Александру Карлину вручили удостоверение сенатора в Совете Федерации. Бывший губернатор Алтайского края вошел в число 13 новых сенаторов Верхней Палаты парламента. Удостоверение новичкам вручили на первом пленарном заседании осенней сессии, которая прошла накануне. Александр Карлин стал одним из 9 новых сенаторов, которых делегировали вновь избранные губернаторы. Теперь он будет представлять Алтайский край в Палате. По данным парламентской газеты, Карлин занял место Михаила Щетинина, который возглавлял Аграрный комитет Совета Федерации.